все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области пасмурно, но будет проглядывать солнце. Местами пройдет небольшой снег. Днем -3, -5, ночью 7-9 градусов ниже 0. Ветер западный, северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани тучи. Днем -6, в темное время суток 9 градусов ниже 0. Западный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурное небо. Днем -5, ночью 8 с минусом. Северо-западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков. В дневное время -4, ночью -9 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.